Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Delivery from the Pain. Так, ну что, у нас с едой фигово, настроение вообще подавленное. И, насколько я помню, мы... А, картошка есть у нас. Картошка, слушай, а воды нету. Кстати, можно травку покурить. Давай-ка мы, наверное, так сделаем, чтобы хотя бы немножечко нам настроение приподнять. А, хлеб есть. Еще не все потеряно, друзья, оказывается. Еще не все потеряно. Кстати, по поводу картошки, нифига, да? Ладно, я предлагаю. Что я там взял-то с собой? Бита, нужна ли мне бита? Может быть, мы с тобой одним ломиком разберемся, а? Давай так сделаем, наверное. Все, и хочу, знаешь, куда сбегать? Во-первых, посмотрим. Так, ловушки там пустые. Слушай, вот здесь вот больница Смита. Она самая ближняя от нас получается, да? И у нас, смотри, тут дофига что не взято. Давай-ка глянем. Может, тут что для нас найдется? Ну, помимо зомбарей, конечно же. О, тут еще несколько этажей. Ну, что в больницах обычно может быть? Лекарство, резина. Резина, это тоже хорошо. Но в данный момент мне нужны, знаешь, такие ресурсы. Типа досок. Блин, я отмычек не взял с собой. Зря, наверное, да? Ну, понятно, шины, бинты. А я разве здесь был? Пока идет все хорошо, даже доску нашли. Так, я вижу, вон там еще один ящик. Мне бы надо как-то вот воды набрать. Ты посмотри. Слушай, довольно неплохое начало. Но опять же, еды пока нету. Мы собираем просто ресурсы. Блин, на мониторе капля от чая. Видимо, чай пролил. Ну, как пролил, брызги. И, блин, отсвечивает. Эту чувырлу я сейчас... Блин. Ну, куда ты прешь? Сейчас заодно посмотрим. Ломиком должен с удара ее. Фиган там отлетела. Прикольно. Полетела словно птичка. И получается что? Так, у нас здесь двери, а там у нас второй этаж. Ясен перец, будем здесь пока лутаться. Слушай, доски. Доски меня даже радуют, ребят. Потому что вот... Они здесь валяются, я же здесь не был. Они уже дохлые почему-то. Может, это какие-то пациенты? Все, абсолютно забираем. У меня даже еще одна ячейка есть свободная. Так, смотрим, что у нас тут. Тупик. А если я сюда, например, забегу? Тут ничего нету. Да там тоже ничего нету. Блин, получается что? У нас вот эта вот комната остается. Большая. Главное про время не забывать. Что-то меня это настораживает. В том плане, что... Дядя, давай, вали отсюда. Ну, есть. Три удара по морде получил монтировкой. И только этому хватило. С едой-то, ребят, беда. Нету даже легкого перекуса какого-то. Они что, в больничке людей голодом морили, что ли? Хоть какие-нибудь крекеты, я не знаю. Вообще ничего. Чисто лут ресурсов. Идет карга старая. А если я вот здесь вот и бегу?
Че ты боишься эту кикимору? Она там далеко ходит. Слушай, у монтировки еще довольно много прочности, так что нам хватит, я думаю, на этот забег. Время еще пока тоже позволяет нам здесь бегать. Пойду-ка я, наверное, ее шваркну. Блин, она все-таки меня саданула, да? И это все, что здесь можно было лутануть? Вот в этой здоровой комнате? Да, друзья, больше здесь ничего нету. Обидно как-то даже. Я-то думал, что мы здесь, ну, нормально что-нибудь там полутаем, но нифига. Так, значит, возвращаемся из этой комнаты. Так как здесь тоже мы все собрали. Подожди, точно все? Я думал, мало ли там что-то есть. Но, как видишь, ничего там не было. Значит так, отсюда у нас есть два варианта. Мы можем зайти вот в эту комнату, что, пожалуй, я, наверное, и сделаю. А потом уже пойдем на второй этаж. Вначале нижние этажи, да? Проверим. Это должна быть исследовательская лаборатория, упомянутая в газете. Кажется, оттуда доносятся какие-то звуки. Надо поторопиться и посмотреть, что там происходит. А что там происходит? Так, выдержки из наблюдений за зомби. Мое недавнее исследование показывает, что зомби могут видеть, слышать и обонять. Но у разных типов этих существ подобные способности могут существенно отличаться. Они инстинктивно осознают разницу между голосом человека и зомби и преследуют живых. Опять же, руководствуясь лишь инстинктами, а не осознанием происходящего. Доктор Дьюк какой-то. Угу. Нету, нету тут еще еды, ребята, нету. Ну что же, ладно, пойдем посмотрим, что у нас тут. Опа, это он сам идет. Черт возьми, почему тут так много зомби? Блин. А я с монтировкой, да? И? Иди сюда. Так. Чувак с пробиркой. Выбираемся из этого места. Что ты тут делаешь, мужик? Почему в этой комнате так много зомби? Они напугали меня до чертиков. Нет необходимости поднимать шум, они просто мои подопытные. Ты экспериментируешь над зомби? Как я уже и сказал, мне нужно поднимать шум, однако я удивлен, что ты наконец решил выйти. А я тебя знаю? Нет, но я тебя знаю. Ты все это время прятался в моем доме, я думал, ты никогда не выйдешь. Что бы ни случилось. Видимо, ты понял, что сидеть сложа руки плохая идея. По крайней мере, у тебя хватило смелости выйти, вместо того, чтобы ждать смерти. Хм. Так как ты уже вышел, почему бы тебе не сделать что-то полезное? Например, убить раздражающих зомби в этой области. Почему я должен помогать тебе? Ты же способен сам ловить зомби, не так ли? Помогать мне? Ха, парень, ты, должно быть, шутишь. У меня нет на это времени. Я позволяю тебе помочь себе. Вот и все. Все, что я хочу, это чтобы ты избавился от некоторых зомби на своем пути. Разве это несправедливо? Ладно, это справедливо. Но почему бы тебе не взять эти ресурсы с собой? Для меня это слишком рискованно. И у меня есть способы добывать ресурсы. Кстати, тебе лучше держаться подальше от моих зомби. Они очень агрессивны. Делай, что должен, и оставь меня в покое. Какой чудак. То есть мне надо идти туда и бомбить этих зомби?
Они, говорит, очень агрессивны. Я тебе, знаешь, что скажу? Я не вижу здесь этих зомби, кстати, ни одного. А куда они делись-то? Эй, что за прикол это? Куда зомби делись? Тут же была целая орда зомбарей. Неужели они разбежались по всей... Количество зомби в этом месте значительно уменьшилось. На тебя можно положиться. Да я даже ничего не сделал. Я разрешаю тебе называть меня доктор Дюк. Меня зовут... Прости, но мне все равно, как тебя зовут. Тут не так много выживших. А выжившие? Это ведь не странно, правда? Давай поговорим о чем-то более важном. Я нуждаюсь в новом лабораторном оборудовании, чтобы расширить свои исследования. Я думаю, ты сможешь найти его в этом госпитале. Не думай, что тебе ничего, что ты ничего не получишь взамен. Например, я буду совершать с тобой разумные сделки. На самом деле, я сделал много лекарств, которые могут тебе быть полезны. Хорошо, я сделаю это. А о каком лабораторном оборудовании идет речь? Ты действительно думаешь, что поймешь мои профессиональные термины? Ты пойдешь и принесешь мне оборудование, а я дам знать, нужно ли оно. А у меня, кстати... Блин, у меня нету. Я его оставил там. Так, могли бы поговорить. Ты видел Миллера в последнее время? Я тоже так считаю. Честно говоря, я лично советую тебе не подходить к нему слишком близко. Почему? Я уверен, что ты уже заметил, что Миллер психически болен. Это вызвано едой, которую он ел. Тебе лучше быть осторожным. Ты собираешься отобрать у него еду? Боюсь, я в заклад, ты захочешь забрать всю его еду. Хорошая попытка. Но все-таки... Не все-таки противный, как ты. На самом деле, Миллер страдал от лихорадки из-за того, что я ел слишком много гнилой пищи, а потом его мозг повредился. Я тот, кто спас его от смерти. Правда? Мне не нужно ничего тебе доказывать. Может быть, все становится более эгоистичными в конце света. Но у всех у нас есть свои границы. Ну, извини. Извинения не требуются, я не настолько самоутвержден. Я спас его только потому, что он напоминает мне моего умершего сына. Так что у меня нет столько доброты к тебе. Ты можешь уйти прямо сейчас. Лабораторное оборудование. Хорошо, у нас есть еще второй этаж. Я думаю, что стоит туда сбегать и посмотреть, ребят, что там есть. Так, ну конечно. Ну конечно, так, я гляну сейчас. Ой, я тут шоркаюсь, а тут рядом зомбарь стоит, прикинь, я даже. Если я вот этого зомби ударю, услышит тот или нет? Конечно, услышит. А он сейчас, знаешь, пойдет туда, зайдет, а мы его со спины. Да и эту тогда чурлу тоже. По-моему, там кто-то услышал, нет? Да ядрен матрен, мне, блин, еда нужна. Они мне дают ресурсы, просто ресурсы дают. Профессор мог бы мне что-нибудь дать. Кстати, он не зря нас, наверное, предупреждал об этом. Об этом, как его звать-то, толстяке. Я просто к чему говорю, что... Неужели он станет безумным и сможет меня атаковать? Это что, таблетки от желудка? У меня инвентарь-то уже переполнен. Тут еще одна дверь. То есть эта комната, получается, делится. Точнее, этот этаж делится на несколько комнат еще получается. Я сейчас проверю. Да? Три комнаты здесь. А этому еще оборудование нужно какое-то, медицинское. Какое, пока неизвестно. Дай-ка я, наверное, вот эту швабру накрою сейчас.
Судара. Иногда судара получается завалить, иногда нет. Рандом. Чистой воды. Я уже ничего не могу брать. Есть идея, конечно, вернуться до дома. Ну, что я там буду делать без еды? Я пытаюсь найти тут что-нибудь. Что-нибудь полезное для меня. Так. Опять этот судара, блин. Так, а вот это вот хорошо, ребята, что здесь есть. Отмычки нам нужны. Нам нужны. Я больше уверен, что там будет еда. Ладно, я пока быстренько здесь зачистку сделаю, сколько смогу. Блин, не все так просто. В некоторые места не пройти. Куда ты там бежишь? Сейчас попробуем и этого тоже с удара. Ну, с двух ударов хорошо, песню. Главное, завалили. Забираю все абсолютно. И доски эти. Но сюда нужно идти с отмычками. Я думаю, не надо объяснять, почему здесь отмычки, потому что два сейфа как минимум я вижу. Отмычек у меня, по-моему, нету все-таки, да? Нету. Так, попробую вначале эту увольнить. Ну, понятно, что я тут услышал. С двух ударов. И вот это уже последняя, третья комната. Чего? Погоди-ка. А, вот же у нас тут проход есть. Смотрим, что у нас здесь. Инструменты для автомобиля. Для обслуживания. Слушай, вот это надо брать. А что выложить-то? Давай, наверное, вот так вот я пока сделаю. Потому что сейчас железо у нас есть там. На нашем складе. А вот инструментов у нас нету. И если честно, пора бы уже, наверное, ребята отсюда выбираться. Потому что время поджимает. Есть. Меня услышал наш боженька. Так, давай мы, наверное, сейчас сделаем так. Перекусим. Перекусим. Почитаем эту газету, наверное. Что в ней пишется. Сегодня на центральной площади Fight Energy объявили о своем создании. Во время пресс-конференции мистер Дюк Ливингстон, главный технический директор Fight Energy, представил главную цель своей фирмы – победить рак. Перспектива мистера Ливингстона дала нам надежду на светлое будущее, где никто не страдает от рака, и каждый может быть более жить более здоровой жизнью под голубым небом. Fight Energy – совершенно новая корпорация, но участие доктора Дюка в фирме дает нам веру. Дает им веру, да? Слушай, доски нам нужны, я вот... Думаю, может быть, вот... Нет, оставим все-таки... Ну что, наверное, выбираться надо отсюда. Тут есть выход на улицу? Нет, тут есть выход на другой этаж. В любом случае, сюда нужно будет возвращаться. Просто необходимо, потому что очень много и сейфов у нас здесь. Две штуки, как минимум, я видел. Значит, в следующий раз мы пойдем сюда с отмычкой. Мы пойдем сюда с отмычкой и будем... Все здесь вскрывать. Еды мало, ребят, еды мало. Стоп, я запутался. А где лестница-то? А, лестница даже вообще в другом этом у нас. В другом крыле. Так, хорошо, выходим тогда отсюда.
Время. Блин, где там это? Вот лестница. Давай, 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 мужик, спускайся быстрее. Так, теперь выход. Ищем, где он у нас? Прямо тут внизу, получается. Лабораторное оборудование. Я не знаю, стоит ли ему колбы вот эти нести, которые у нас лежат в нашем доме. Помнишь, мы нашли колбы? Мне кажется, они ему нужны будут. Настроение у нас. Как мы настроение можем поднимать? Слушать музыку, да? Насколько я помню. Так, ну-ка. Блин, ребят, картошки очень много. Очень много пропало. Сажаю, сажай. Не хватает воды. Я ведь могу починить? Древесину вроде нашел. Или вначале нужно починить? Вначале нужно починить. Чиним. Это я пока перебьюсь. Так, запускаем, да? Все. Так, здесь у нас что-нибудь. Нифига тут нету. Тут верстак, рюкзак. Ребята, рюкзак, огромный рюкзак, который я, наверное, сейчас сделаю. Дальше что нам надо? Послушать музыку. Все? Немножко настроение поднялось. Так, по готовке. Хлеб. Две буханочки сделаем хлеба. Дальше мы можем сделать от диареи боль утоляющие. От диареи боль утоляющие. Ну давай сделаем это. Так, может быть, может быстро восстанавливать энергию. Кстати, я не заметил, чтобы оно восстанавливало нам быстро энергию, если честно. Вот, я про какое говорил оборудование-то в тот раз. Так, во-первых, отмычку сейчас еще возьмем. Слушай, по поводу воды. Не хватает. А сколько он в день собирает? Нам нужно 12 бутылок. Непонятно. Просто написано встроенный бак 12, а это там и все. Генератор. Генератор сломанный вообще в хлам. Так, технологии постройки. Не создано. Я не создал теплицу, да, поэтому я не могу сейчас изучать последнюю стадию. А теплица у нас... А вот, кстати, рюкзак этот мы создали. По-моему, самым... Опа. А почему недоступно? Видимо... Следующий уровень нужно развивать. Такс. Техника. Тут только плитка и верстак. Может быть, верстак нам изготовить? И плитка. Верстак, плита. Обычно коробка передач. Почему-то недоступно. Такое ощущение, что... Гараж, что ли, нужен? Или что? Почему-то не могу сделать. Опа.
Высококачественная техника. С жесткими гибкими металлами произведить связанную с ними технику. 216 минут на изучение уходит. Пожарный топор. Так, пока... пока больше ничего делать не буду. Сделаем... так, хлеб. Одну буханочку можно съесть. Лечиться. Вот эту вот надо штуку мне вылечить. Нам не хватает от дизентерии. Я таблетку могу сделать от дизентерии? Воу. Что нужно для дизентерии? Угу. Да дофига что нужно для дизентерии. Так, посмотрим, на картошку мне хватит. 4, а нужно 12. Ладно. Пока все отсюда снимаем. Добавляем быстро сюда. И смотрим. Вот. Лабораторное оборудование. Надеюсь, оно нам понадобится. И отмычки. Конечно же, отмычки нужно брать. Все, ребят, я возвращаюсь. У нас, слава богу, блин, настроение фиговое. Пускай послушает еще музыку. Часочек. Не сказать, что там прям супер-пупер настроение у нас. Ведь утро же наступило, я могу выходить? Могу. Больница Смита, побежали. Так. Где у нас доктор-то этот находится сам? Блин, я забыл. По-моему, в этой комнате, да? Секунду. Или все-таки в крайней? Сейчас глянем, проверим. Не здесь? Да ладно тебе, нафиг. Надо было сделать пометку на карте, знаешь, что типа НПС. Тут, блин, опять настроение падает. Опять настроение, блин, падает. Ладно, сделаем туда немножко по-другому. Пойдем на второй этаж, пока у нас настроение вообще не рухнуло окончательно. Мы вскроем сейфы. И будем надеяться, что там что-нибудь полезное для нас найдется. Я, кстати, не посмотрел, у нас эти крысиные ловушки активны были или нет. То есть мясо там было поймано. Да, поднимаем все эти доски. Или шины, шины это, наверное. Абсолютно все надо поднимать. Все ресурсы здесь абсолютно нужны. Ничего оставлять я не собираюсь им. Давай, открывай. Так, это у нас вырезки, да? Понедельник, 21 октября 2002 года. Сегодня пришел мистер Фред и потребовал от меня прекратить осуществление плана по выпуску таблеток бессмертия на рынок и продолжить его улучшать. Я спросил его, когда, он ничего не ответил. Мой господин, это лекарство было моей мечтой. Я пожертвовал слишком много для этого. Но это нельзя продавать на рынке. Почему? Я продолжу их улучшать, но, Фред, я требую объяснений. Какие тебе объяснения нужны? Наверное, кто-нибудь взял втихаря и все-таки начал продавать. Да? Так, тут, по-моему... Да, тут мы все взяли. Тут, по-моему, тоже все взяли. Так, и вот... Вот в этой комнате у нас, по-моему, сейф, да? Да.
Давай, вскрывать. Надеюсь, там что-нибудь полезное. Ну давай, ты вскрывай уже, ёк-макрёк, так долго-то. Отлично, ребят. Отличный улов. Я вам скажу. Но, подожди. А вот, боковая дверь тут. Давай тогда здесь. А вон тот сейф я что-то пропустил. Пока есть что брать, забираем. Абсолютно все. Поднимаем. А, я тут еще не всех добил. Я в эту часть даже не добил, по-моему, да? Угу. Сейчас я тебе устрою. Ну и получается, тут только сейф. Получается, только сейф, который находится внизу. Да, тут все абсолютно обшарено, обсмотрено, так скажем. Вот он. Вот он, сейф. Угу. Рюкзак полон. Да, в принципе, ладно, пускай будет рюкзак полон. Ну что, выбираемся туда, отсюда. Черт, постоянно забываю где-то. Погоди-ка. А в третьей комнате я был? Которая там еще идет выше. Давай-ка заглянем туда. Вот сюда. По-моему, я здесь не был. Угу. Я здесь как раз-то и не был. А вот, кстати, показано, ребята, сундук, по ходу дела, показывает, сколько здесь вообще еще лута осталось. Ладно. Хоть у меня и места уже нет в инвентаре. Так, это доски, доски. А что это за пилюль такие? Понятно, опять неизвестный эффект у этих пилюль. Я, наверное, шины выложу. Так, это у нас разбирается на пластик. Ладно, фиг с ним, пока пускай так полежит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну куда ты ходишь-то? Или он услышал удар, когда вот тот тут был? А, он, наверное, все-таки слышал удары. Ладно, друзья, сваливаем тогда отсюда. Все равно инвентарь заполненный. Будем отсюда тогда выходить. А где профессор-то сам? Я вот не помню, блин. Так, что, подожди-ка, что это у нас тут? А, это приблизить. А приближение что оно дает? Но в этой комнате его нету. Он должен быть... Он должен быть на первом этаже. У нас идет там две комнаты. В первую комнату, где сам профессор, вторая идет, типа там, ну, где они за решеткой были. Короче, если посмотреть здесь, то он должен быть вот в этой комнате.
Потому что в первой комнате он стоит, а во второй уже его подопытные зомби были. Я надеюсь, ему эти колбы понадобятся. Так, надеюсь, у тебя есть что-то важное. Мы могли бы поговорить? Я хотел спросить, ты раньше был врачом? Врачом? Нет. Если быть точным, я был научным авторитетом в области медицины. А, конечно. Не нужно впадать в апатию. Я знаю, что ты мне не веришь. Нет, я верю тебе. И я считаю, что ты тот человек, который постоянно врет. Ха-ха. Доверие от обычного человека заставляет меня чувствовать себя лучше. Что не так с этим миром? Прости, не обижайся, я был знаменитостью. Люди доверяли мне и хотели порадовать меня. Ну, теперь это настоящий отходняк. Я бы уже нашел решение проблемы с раком, если бы этой катастрофы не случилось. Да, это было бы замечательно. Спасибо в любом случае. Ничто в прошлом не имеет значения в конце света. И я лучше сосредоточусь на сегодня. Так, о лабораторном оборудовании. Думаю, я нашел лабораторное оборудование, которое ты просил. А, позволь мне посмотреть. Ха, в точку, ты умнее, чем кажешься. Отлично, теперь я могу продолжить свои исследования. И теперь ты можешь заключать со мной сделки. Спасибо тебе. Я планирую взять несколько образцов из соседнего парка для моих исследований. Если тебе нужно будет увидеть меня, приходи сюда днем. Угу. Чего ж ты ждешь? Уходи, мне нужно провести исследование. Так я хотел поторговать, чтобы ты же сказал. Вот, заключить сделку. Вот, друзья мои, вот. От дизентерии таблетки мне нужны. На что он поменяет? Еще один жмот, блин, попался нам, ребят. Еще один жмот мне попался. Оставляю тебя в покое. Да. Подожди, куда мне там идти-то надо? Вниз. Короче, идем на выход. Бежим до нашего убежища. Надо что-то с машиной придумать. Как мне машину, блин, сделать? О! Так, у нас в рюкзаке есть место? Есть. Я успею туда сбегать? Так, в 2:30 время возвращения. Туда сейчас... Так, это получается 2. По идее, должен успеть. Если, конечно, там мясо не протухло. Опа, две крысы. Рюкзак полон. Может быть, мне что-то можно... Нельзя. Подожди, а с какого перепуга ты? Эй, ты посмотри. А нафига они так сделали, друзья? У меня времени хватает, должно было хватать. Ты посмотри, они мне специально запороли здесь все. Я еле успел. Фига себе такая обманка. Воды не хватает, еще чуть-чуть надо водички нам. Так, что надо нам сделать? Давай посмотрим. Бумагу эту туалетную я делать не собираюсь. Как-то надо настроение нам поднять. Мне еда точно нужна? Как бы можно съесть что-нибудь, я не знаю, там. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ребята, еще чуть-чуть, и курочка наша того. Не курочка, это... Пойдем срочно что-нибудь готовить из мяса, из этих. Вот тут надо будет делать. Тушеный кролик.
Сушеный кролик. Давай еще посмотрим, что-нибудь у нас тут. Остальное вроде пока еще терпимо. Запасные части двигателя для обслуживания автомобилей. Автомобиль у нас в парке, да, мы видели? Так, пошел я поднимать себе настроение, ребят. Так, и надо отдыхать тогда еще до утра. Потому что у нас уже усталость тут накопилась. Все. Проснулся. Так, давай мы, наверное, сразу же тарелочку употребим. Профессиональная химия. Сколько у нас воды? 10. Нужно 12 для картошки для этой. Кстати, по поводу теплицы. Что нам не хватает для того, чтобы сделать теплицу? Нам не хватает досок, нам не хватает пластика, нам не хватает медной проволоки. Или все-таки взять с инструментами и сбегать в эту, в парк. На пробу. Пока у нас есть еда, и это, где он? В центральном парке, так ведь? Какой нахрен центральный парк? Нет, в парке. Он должен быть в парке, машина. О, а что он здесь делает-то? Мне нужно кое-что тебе сказать. Что я могу для тебя сделать? До этого я получил сообщение. В северном городе есть убежище. Они сказали, что могут спасти нас, если мы доберемся туда. Сейчас ты вдруг вспомнил, что ты должен мне это сказать? Неважно, я понимаю. Мы все должны быть осторожными с незнакомцами. Как ты планируешь до туда добраться? Тебя разорвут на части, если пойдешь пешком. Однако, учитывая все одолжения, которые ты мне оказал, я дам тебе кое-что взамен. В основном эта машина работает, за исключением двигателя. Если бы ты нашел запчасти двигателя и инструменты, то я смог бы починить двигатель. Тогда на машине ты сможешь перемещаться намного быстрее от укрытия до нужного места и наоборот. Кроме того, я думаю, что ты сможешь ехать быстрее, если починишь сцепление. А разве ты не пойдешь со мной? Ты не пойдешь со мной? Куда? Я не думаю, что там мирно, особенно в таком аду. Не будь таком негативным. Если мы будем в группе, то сможем присматривать друг за другом. Сомневаюсь в этом. Человек иногда опаснее зомби. Оу, чувак, если ты продолжишь так думать, твоя жизнь может быть в опасности. Может, ты еще скажешь, что твоя наивность рано или поздно убьет тебя? Ладно, дай мне запчасти двигателя и инструменты, и я пойду чинить твою машину. Это все. Этот автомобиль не очень сильно поврежден. Было бы неплохо, если бы я смог его починить. Значит так, нам нужны инструменты и двигатель. Инструменты и двигатель. А двигатель я сейчас не могу почему-то делать. Че, в больницу идем? Добираем там все, что не добрали. Как бы такой вариант у меня.
А не добрали мы все на втором этаже. Поэтому прямичком туда. И надо будет уже думать о двигателе. Как его сделать? Ну, скорее всего, там просто нам не хватает нужных деталей. А если нам не хватает нужных деталей, значит, их надо где-то найти. Так, тут, по-моему, мы все залутали. Поднимем. А, мы в той комнате не были, да? То есть мы были в ней, но я не стал там особо сильно бегать. Вот это показывает, сколько сокровищ на этом этаже, или вообще сколько сокровищ осталось в этом здании. Сейчас посмотрим. Если мы сейчас найдем, например, да ё-моё, если мы сейчас найдем в третьей комнате что-нибудь, да, и заберем, посмотрим. Здесь уберется, вот видишь, вот эта полоска оранжевая. Так будет даже проще ориентироваться, если честно. Ну да, тут зомби. Вот смотри внимательно, сейчас посмотрим на полоску. А, нет, ребята. Для каждой комнаты своя полоска. Вот что. Так даже еще лучше. Так ты будешь теперь знать. Смотри, чувак, умер там, скелет лежит. Он на выход идет? Нет. А если я его огрею сейчас? Да иди сюда, чувырла. Не буду я с тобой тут тютюкаться. Это все забираем. Все, что нашли, все наше. Не так уж много лута здесь, получается, остается. Сейф. Сейф я люблю, у нас как раз отмычка есть. Сейчас заберем то, что нам надо. О, да. Таблеток, да, тут приличное количество таблеток мы находим. Так, и осталось совсем немножко лута. Судя вот по этой полоске, и, наверное, он где-то здесь. Это, наверное, последний лут. Да, ребята, эта комната абсолютно пуста. Вся, как говорится, прошарена. Сегодня на нашей пресс-конференции доктор Дюк, технический директор Fight Energy, продемонстрировал их последнюю разработку GG-1118. По словам доктора Дюка, это GG-1118 стал результатом их двухлетнего исследования и тяжелой работы сотрудников, и этот препарат – средство от рака. А больше тестов даст понять, можно ли начать продавать в ближайшем будущем или же нет. Компания надеется выпустить препарат в течение года. Что за прекрасная новость? Да, что за прекрасная новость, что я сейчас вот этого зомби накумарю. Жалко здесь, знаешь, чего не хватает? Не хватает системы прокачки персонажа самого. То есть у нас как бы есть зомби, мы могли бы их бить и экспу копить. Было бы так намного, ну, как бы интереснее, да? То есть ты убиваешь и прокачиваешься. Ладно, здесь, короче, у нас чисто. Мы теперь знаем, как определять, ребята, по комнатам все. А вот здесь что-то мы где-то оставили. И я хочу это забрать. Где же я мог что-то тут пропустить? Ну, тут явно все почищено. Так, ладно, давай сюда тогда. Я здесь внизу, либо где-то тут, наверху. Ну где? Тут что ли тогда получается? Ага, вон. Все, я понял, ребята. Вот, вот это вот последнее. Сейчас забираем. Кстати, я здесь даже не был, открывает долго.
Это все, ребят. Тут тоже у нас все почищено. Как ты видишь, комната ничего не имеет ценного вообще. Так, и нам надо отсюда выбираться. Выход где? Выход наверху. Так, время еще пока есть. Надо думать про движок. Теперь. Здесь тоже комната, видишь, чистая вся. Да не то я хотел. Здесь все залутали. То есть на второй этаж полностью облазенный у нас. Тут ничего нету. Как ты видишь, здесь тоже ничего нету. И вообще, наверное, надо идти на выход. Что у нас тут еще рядышком есть, что можно посмотреть? Да, смотри, больница Смита полностью, ребята, прошаренная. Торговый дом или поликлинику? Ну, давай в поликлинику сбегаем. Мне вот это вот не нравится. Вот это вот не нравится. Здесь обманка идет, понимаешь? Она нарастает потихоньку. И надо вот это смотреть. Так, вот на первом этаже у нас сразу видно, что не все собрато. Угу. Ту-ту-ту-ту. Или она нарастает со временем, или я не знаю, как это работает. Поднять все. Тут еще что-то есть. Полоска довольно приличная. А где же я что-то мог пропустить? Угу. Странно, еще даже есть. Ну, давай сбегаем сюда. Так, там закрыто, перекрыто у нас все. Ага, вижу. И еще что-то упустили. Где-то еще одну... А где? Где-то что-то... Где-то еще один предмет должен валяться. А где он тут может валять? Я вроде бы все тут оббегал уже. Ага, вон. Я думаю, там ничего хорошего нету. Но тем не менее надо забрать. И здесь я не шуршал, долго открывает. Опа. Доски, доски-то они нужны. Я, наверное, сделаю, знаешь, как? Наверное, вот так вот я сделаю. Ладно, не забыть бы, что тут, в дальней комнате, у нас лежат таблетки. И, кстати, можно даже пометить. Вот тут, да, где-то? Чихнуть охота. Ну, туда я уже не успею добежать, поэтому пойдем укрытие. Давай, заходим. Так, ну что у нас тут? Воды хватает теперь? Хватает. Не хватает. А, эффективный фильтр для воды. Давай сделаем.
Эффективный фильтр для воды. Я не могу понять, что нам генератор дает. Музыку слушать, вот это вот и все. Так, ребят, картошечка уже подходит, как говорится, подходит. Тут уже, тут гнилая, по-моему, она и была. По поводу инструментов, давайте все-таки посмотрим. Ой, ребята. Ой, чихнул. Все-таки. Недоступно. А что нужно-то для нее? Все же вроде бы есть, но недоступно. Ну не дождевой же навес. А, дождевой навес, ребята, точно. Деревянный навес, который может немного защитить ваш автомобиль от износа. И этот. И нам не хватает досок. Досок. Ладно. Проблема. Доски продавал профессор, насколько я помню. Там у него все это было. У него были доски. У него были там еще какие-то материалы. Какие-то волосины какие-то. К лицу прилипли. Так. Давай съедим хлеб. Да и нам, наверное, что-то приготовить. Так, а вот вода уже появилась, ребята. Вода появилась. О, нет, 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 нет! Дурик, нахрена тебе этот овес сдался? У нас этого овсад, блин. Тупанул, ребята, по-жесткому. Так, подожди, я посмотреть хочу, что у нас тут? Резервуары. Это же надо было так тупануть, ё-моё, ребят. Ах, обидно. Ванная. Некачественный парфюм. Нафиг парфюм-то? Изучите методы очистки, чтобы создавать парфюм. У него может быть удушающий закат, который может временно улучшить обоняние, использовать, чтобы получить преимущество в торговле. Преимущество в торговле. Профессиональный письменный стол. Ой-ой-ой-ой, что тут надавали-то? Стимулятор. Продвинутая архитектура. Блин, нам надо что сделать-то? Нам надо настроение как-то поднять. Ну давай готовить, а что делать, ребят? Надо и это готовить, и это. И спать ему еще нужно. Че, спать до утра? Че я могу сделать, ребят? Ну, надо ему спать. Картофель испортился. Мне написали, картофель, блин, испортился. То есть давай картошку сделаем быстренько.
Ага. Так, мы можем теперь. Да в плане недоступно-то. Недоступно. Довольный стал. Так, подожди, я сейчас гляну. У нас, по-моему... А, эти сухпайки, они... Аккумулятор. Еще как-то улучшенный, да? Улучшенный аккумулятор. Блин, нужен навес. Для навеса нужно тут доски. Дофига что надо. Молодежный дом отдыха. Я нашел запчасти двигателя и инструменты. Я должен пойти в центральный парк. Когда-то нашел-то. Стой! Я могу быть чем-нибудь полезен? И насчет инструментов. И ты нашел запчасти, двигатели и инструменты? Пока нет. Возвращайся, когда найдешь все. Не трать мое время. Так, давай-ка поговорим. Так, мы должны бороться с зомби. Ну, это понятно все. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Возможно, и так. Можешь мне научить некоторым вещам? Возможно, я смогу попытаться понять. Хорошо. Быть прилежным. Я постараюсь, чтобы тебе было проще понять. Благодарю. Представь, что зомби — это все еще один вид животных. Они могут видеть, слышать и дышать. Эта функция значительно ухудшена. Так что, хотя они и агрессивные, ты все еще можешь избежать их. Что делать, если тебе не удалось избежать атаки зомби? Тогда ты должен дать отпор. Мне не нужно беспокоиться об этом. Потому что это не случится со мной, так как ресурсы, которые ты хочешь, находятся в других помещениях. А в моих их нет. Однако в течение дня на открытом воздухе безопасно. Иди сейчас и вернись домой до наступления ночи, иначе тебе будет трудно избавиться от зомби на пути домой. Да это понятно. Что, вот, ребята, вот мне нужны доски. Ага, вот, я понял теперь, как тут работает. Так, я ставлю тебя в покое. Короче, я побежал домой. Если он сказал, что я нашел вещи и инструменты, значит, мне нужно взять инструменты с собой. И, наверное, вот ту вещь, которая у нас есть. Как она там называется, я уже не помню. Вот, возьму вещи и... запасные части двигателя. А заодно возьмем... всякого тухляка. Попробую сейчас выторгаться с ним. Я не думаю, конечно, что это хорошая идея, но тем не менее. Эти бальзамы, таблетки, все попробуем сейчас ему сбагрить. Консоль, по-моему, он не берет. Тут биту втюхаем. Надеюсь, купится. Надеюсь, купится. Давай. А ну-ка.
Так, насчет инструментов. Вот, запасные части двигателя и инструменты. Мы можем начать? Ха, ты спешишь. Любой нормальный человек будет спешить в такой ситуации. Ты действительно хочешь жить так до конца своей жизни? Хорошо, я починю машину, это займет 1 час, но прошу, останься со мной, я не хочу, чтобы во время работы на меня напали зомби. Ладно. Чуть позже. Ты меня слышишь? Как? А, он, почему он здесь? Кто? Он там. Вы издеваетесь? Я не готов был к такому. Я должен был убить его. Вперед, поспеши, убей его. Иначе он съест всех мелких животных. Чем мы тогда будем тут питаться? О боже мой, большой парнишка, битва будет трудной. Поспеши. Да я даже пистолета с собой не взял, у меня ничего нету, блин. Ребят, ну это глупо. Он застрял, что ли? Фига, он не застрял. Так у меня сейчас все кончится. Я ему, по-моему, урон даже не наношу. Так, он выдохся. Ты сдохнешь сегодня или нет? Застрял там где-то, блин. По-моему, он скрылся, нет? Ты со своей фигней, с этой. Уходим. Я его запинаю все-таки. Есть. Хмырь болотный, от него даже ничего не выпало. Моя вина, я должен был убить его. Что, ты его знаешь? Этот монстр, он был моим сыном. Что? Я не могу видеть, как он живет такой унизительной жизнью. Я просто не могу. Да, солнце, значит, для тебя все. Так, я понимаю, ты должен... Я понимаю, но мы должны двигаться дальше. В любом случае, ты не можешь сделать это в одиночку, верно? Я могу понять отцовскую любовь, но, пожалуйста, знай, что он мертв. Ты ничего не знаешь. Он может потом полностью регенерироваться и просто заставить его поспать немного дальше. Разве ты не работаешь над причинами мутации зомби? Ты можешь вернуть своего сына, верно? Это почти невозможно, он мутировал. В любом случае, я продолжу исследование вакцины. Пожалуйста, следуй...
в следующий раз не проявляй к нему милосердия. Когда-то он был человеком, но сейчас он наш враг. Ладно, я надеюсь, ты не будешь меня потом видеть. Вместо этого я должен сказать тебе спасибо. Хамфри на небесах согласился бы со мной. Ты про машину-то, ты чё там? Автомобиль починен, используй его, когда захочешь. Только оставь старика в покое. Хе-хей. О, наконец-то я получил автомобиль, хоть и дорогой ценой. Сколько, например, туда? Дорого, долго ехать. Но зато, ребят, я теперь на колесах. Эй, ты еще кто? Где? Колин Лок. Эй, чувак, наконец-то ты вернулся. Кто ты-то такой? Ты кто ты? Что ты делаешь в моем доме? Эй, полегче, чувак, не волнуйся, я не зомби, полегче. Не двигайся, стой на месте, скажи, кто ты, черт возьми. Я Лок Колин Лок из Северного города. Северного города? Ты сказал, из Северного города? Ты из спасательной команды, убежище существует? Убежище? Что? А, да, у нас есть убежище, у нас есть спасательная команда. И мы приветствуем новых выживших, например, тебя. Он какой-то подозрительный. Итак, ты здесь, чтобы помочь мне выбраться? А, правильно, но на самом деле я был на спасательной миссии, когда столкнулся с зомби. Я случайно упал в реку и проснулся здесь, в южном городе. Ты действительно удачливый, раз смог выжить. У меня есть машина, мы сможем вместе отправиться в северный город. И я не думаю, что это возможно. Чтобы оградить себя от зомби, они установили массивную электрическую сеть между южным и северным городом. Мы не можем пройти, пока не отключим питание. Я это помню. Итак, чувак, теперь я бездомный. Могу ли я у тебя остаться на несколько дней? Когда-нибудь я тебе смогу помочь. Блин, хорошо. Так, ни в коем случае я не могу тебе доверять. Прости, я не могу тебе доверять. Чувак, тебе не нужно извиняться. Только не ушуруй меня, ладно? Я не хочу себе неприятностей. Послушай, я не сильный большой парень. Так что как я могу быть для тебя угрозой? Я не шучу. Ты можешь просто выставить меня за дверь, ведь я там умру. Ты ведь не хочешь, чтобы я умер, так? Пожалуйста, подумай еще раз. Я не могу, ребята, оставить его. Это мое решение, я не собираюсь его менять. Ты холоден, чтоб тебя. Ты не единственный вариант. Может быть, не надо было его выгонять? Ну, он подозрительный, на самом деле. Явился, что-то как-то упал там. Мне на голову ни с того, ни с сего. Не знаю, друзья. Возможно, я погорячился. Возможно. А возможно и нет. Я единственное знаю, что... Опять у меня с едой проблемы. И оружие надо делать. Изучаем. Ванная. Слушай, а чё я радуюсь-то, блин? У меня еды нет, нифига, я тут радуюсь. Стою. Молодец, Рейчик. Красавчик, блин. Бренчалку слушать.
Ничего нет вообще. Обычная коробка передач. Сырой навес. Роскошный ужин. Так, друзья, я поехал, короче, на тачке за мясом. Я надеюсь, оно там не протухло. Опа, а это еще кто? Есть. Ауч. Кто такие? Ты как здесь оказался? Ты должен быть тот парень, о котором упоминал Лок. Привет, я Флот. Так как мы оба планируем поехать в Черный город, ты можешь, поможешь мне? Почему ты хочешь поехать в Северный город? Если точнее, то я возвращаюсь в Северный город. Так ты тоже из Северного города? Ты можешь что-нибудь рассказать об убежище? Не об убежище. По правде говоря, ситуация в Северном городе на самом деле намного хуже, чем в Южной. Там больше зомби, и они сильнее, чем тут. Но я думаю, что они не смогут пройти через электросеть. Что? Это совсем не то, что сказал мне Лок. Он... Откуда он мог знать что-нибудь о Северном городе? А он из Северного города? Нет, я так не думаю. Насколько я знаю, мой старший брат и его девушка единственные выжившие из этого города. А он стоит. Ладно, моя ошибка. Я просто хотел дать ответ на твой вопрос. Эй, мне нужно где-то остановиться. Ты. Как бы то ни было, хорошо, что я не поверил в твой обман раньше. Чувак, это конец света. Давайте лучше поговорим об убежище, может мы все сможем спастись. Да, я жил в Северном городе со старшим братом, но ничего не знаю про убежище. Один из моих друзей рассказал мне, что в Северном городе есть убежище, и он был членом спасательной команды, но похоже они не могут пройти сюда. Чтобы нам помочь выбраться отсюда, мы должны найти их сами. И где же он? Он погиб в попытке спасти меня. Он дал мне координаты и сказал, что если вдруг до туда доберусь, то кто-нибудь, может, нам поможет. Координаты, покажи мне. Предлагаю, что это завод. Это район очень опасный. Мы не сможем туда попасть, учитывая наше текущее положение дел. Поэтому мы там раньше точно не были. Это значит, что спасатели не придут нам на помощь? Думаю, да. Если мой старший брат тут, то он определенно может нам помочь. Видишь ли, у нас... Одна и та же цель. Тогда пошли. Но мы не можем пойти туда, пока не отключим электричество. А как же ты тут оказался? Мой брат взял меня с собой на охоту. Я упал в реку, и теперь я тут. Что-то они все тут в реку падают, смотрю. Очень похоже на причину Лока. Думаю, это просто совпадение. Я лучше навещу Дюка завтра. Что узнать, есть у него какие-нибудь предложения. Он умный парень, что-нибудь придумает. Черт, он скользнул. Я буду здесь в ближайшие пару дней, чтобы вычислить лучший план выхода отсюда. Если тебе будет нужен порох, то приходи, торгуйся со мной. Ладно. Торгуйся с тобой. Пошел, ребята, я готовить еду, если получится, конечно, вообще приготовить. И надо будет еще взять пару ловушек расставить. Так, смогу ли я что-нибудь приготовить себе? Могу. Так, тарелка супа и кролик у меня. Да нет, 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 нет. Возьми. Экипируй. Так, у меня... А, у меня картошка еще запеченная.
Вот непонятно, сколько она... А, у меня еще вот. Друзья, еще пока живем. Пока еще живем. Что я хотел? Я хотел сделать ловушку, если такая возможность, конечно, получится у меня. И пойти... Да, ловушки я могу сделать. Мало этих осталось. Он сколько? Одну ловушку всего делает? Три. Три ловушки более чем достаточно мне. Чтобы расставить там. Сейчас поставлю ловушки и сбегаю вот в этот дом, ребят. Надо этот дом допроверить. Так, крысы, крысы вроде бегают. Одну поставим здесь. Вторую поставим здесь. А тут чувак пошел к дюку, да? Говорит, я пойду сбегаю к дюку. Доверься мне. Ты узнаешь, что такое способный человек, когда встретишь моего брата. Давай меняться. Ну, посмотрим, что у него там. Только лишь порох. Ну что, проверим этот дом. Да проверим полностью. Заберем все, что тут есть. А, подожди. На втором этаже что-то осталось. На этом этаже абсолютно все выгребли. Тут, слушай, тут прилично. И все? Тут прилично. Я думал, там действительно что-то много чего осталось. Ага. А по факту-то ничего и не осталось. Тут все чисто. Молодежный дом отдыха. Время прибытия, ну... 40 минут на возвращение. В принципе, нормально, ребят. Не, ну на тачке... Я тебе скажу, комфортно. Лута дофигища здесь. Сюда-то надо было, блин, наверное, идти с этим. Скажи, я скажу. Ну, как минимум с дробовиком, с пистолетом. Это... Сам понимаешь. Эти жирные, они взрываются. И если он взорвется рядышком, ну... Я думаю, будет катастрофически больно мне. Сейчас залутаемся тогда, пока что сможем. Да куда ты бежишь-то? Так, отлично. Кожа, ткань. Сгодится. Лута еще дофига. Даже на этом этаже, ребята. Я еще выше не поднимался, но уже вижу, что здесь дофига что будет. Смотри, полоска, она же еще не уменьшилась. Так, разобрать, разобрать. Так, что ты делаешь-то? Отлично. Блин, не хочу. Не хочу туда идти, к этим здоровым зомбарям. А если его даже со спины ударишь, он, наверное, взорвется. Сейф. Черт подери, ребят, тут есть сейф. Какие-то пилюлечки нашли. Так, этого я смогу, наверное, закумарить. Тут шипит опять. Есть с удара. По хребтине его. Такс. Оу-е. Картофанчик, родной мой. Швабра там стоит, шипит. А если ударю, это услышит, да, карга? А может, не услышит? Услышала. Книги. Читать. Вторник, 1 апреля 2003 года. Фред подумает о продаже Fight Energy. Я надеюсь, что это
лишь глупая шутка. Фред, ты просто обязан объясниться. А эта стерва идет сюда, ко мне, да? Дайте еще еды. Еды, еды, пожалуйста. Спасибо огромное. Разобрать, разобрать. Картошечку взяли. Так, лута уже не так много, ребят, остается. Полоска уже половина почти истрачена. Это разберем. Так, тут еще газетка какая-то есть. Сегодня освобожденный Колин Лок был арестован полицией. Ребята, Колин Лок — это тот самый парень. Сообщается, что Колин Лок замаскировался, дабы остаться на свободе, но полиция давно его вычислила и успешно задержала в ночном клубе. Мы надеемся, что закон даст ему самое строгое наказание. Поняли? А он к нам домой просился на ночлежку. Обворовал бы нас там по полной программе, как липку. Да, в этом мире доверять нельзя, кому попало. Поэтому я все правильно сделал, что отказал ему. Ребят, там он сейф. Ты же понимаешь, что в сейфе самые, как говорится, горячие смаки находятся. Поэтому есть приложение взять отмычку и вернуть сюда. А, он услышал, походу, дело, да? Тут одна большая... А, тут еще второй этаж есть. Так, это услышал. Какие они слухастые-то, а? Посмотри. На! Блин, а вот если этот хмырь услышит... Нет, вернемся. Вернемся сюда после того, как, знаешь, что сделаем? Как возьмем с тобой дробовичок. Я думаю, они поздороваются с моим Джонни. Джонни Коротыш, я его так назову. Джонни Коротыш, речь. Ой, время-то, время-то у нас еще... Блин, хорошо, что у меня закончится. Я бы, опять же, 40 минут. Фух. Нет, ну тачка — это круто. Это круто, ребят. Посмотри, главное, что горючее на нее не надо. Вот это мне нравится. Единственное, что мы можем свою коробку передач улучшить, то мы будем вообще, наверное, летать как супермены. Так, давай-ка я гляну по патронам, что у нас там. Твою налево замешкался, замешкался. Починить. А, машина ломается у нас. Так, чиним автомат. Штука прикольная. А вот эту я штуку уже не починю. Так, воды у нас более-менее. Более-менее, ребят. По идее, пока нормально. Так, берем. Патронов нету. Я, наверное, картошку, ребят, эту съем по-быленькому, пока она не испортилась. И патроны. Пороха мало. Давай две. 50 патронов, я думаю, хватит. А что вот это такое вот? Который будет расслаблять... Который будет расслаблять тело, используя вибрацию. Так... Ручной массажер призван расслабить не только тело, но и разум. Ну это как? Это... Ну, я хочу узнать, это он берет с собой или как оно должно работать? Фиг знает, давай проверим. Ну, расслабиться. Ох, слушай. Фига себе. Вот это я понимаю, расслабился.
Просто тюх, и настроение сразу же выше крыши. Так, нам что, спать до утра надо, да? Ночь же сейчас. Ой. И опять еда уменьшается, блин. Так, пора вставать, пора нам готовить хлеб, наверное, да? Давай я приготовлю. Белый хлеб. Здесь собираем урожай. Я хочу посмотреть, теплицу могу сделать более, ну, такую усовершенствованную? Не могу. Ничего не могу. Это лучше ночью все потом делать. Так, сейчас выкладываем вот это все. И едем туда, где эти зомби. А, отмычку я не взял. А, вот она. Уже хотел возмущаться. Ладно. Я готов. У нас, кстати, вон там что-то поймалось. Я картошку-то посадил, дурик. Нет, конечно, блин. Я посмотрел теплицу и все. Но тут только крысы. Ладно, шут с ними, с этими крысами. Где я должен найти брата? Сюда ему, да? Где я должен найти брата этого чувака? Он говорит, брат знает. А где он? У нас, в принципе, еще один дом тут есть, который мы не проверили. Че ты там хрюкаешь там, мразь? Я тебя сейчас просто на кирдык, блин. Просто на каркалыгу. Давай, жирный, вали сюда. Все. Это мое помещение. Кассета? Читать. Содержимое на стороне. А. Люк. Имя. Блэк. А, Бэк. Бэк-офицер. Я слышал, что вы не очень довольны своей работой. Нет, сэр, это простое недопонимание. Напротив, для меня это большая часть способствует строительству нашего великого дома. Люк. Хорошие отношения. Однако, ваша жена сообщила мне о ваших жалобах. Не лгите, это плохо. Бэк. Это женщина? Люк. А что-то не так? Бэк. Ничего. Содержимое на стороне Б. Люк. Джейн, надеюсь, вы будете сотрудничать, Джейн? Ты не можешь заставить меня знать то, чего я не знаю. Мне нечего сказать. Люк, но ваш муж признался в вашей попытке повредить устройство мониторинга. Джейн, ни за что. Я этого не делала. Люк, ваш муж признал вину. Джейн, ублюдок, как он мог так меня подставить? Это был он. Люк, не спешите, помедленнее, у нас много времени. Допрос кого-то вели, да? Люка... Джейн, так, подожди, у нас, наверное, здесь сейф должен быть. Вот он, родной мой. Я же отмычку взял? Взял. Так, это, по-моему, последнее содержимое, что здесь есть. Опа. Нет, тут еще, оказывается, что-то есть. Подожди секундочку, а что это такое мы нашли? Это украшение опять какое-то, да?
Красивая золотая брошь, которая когда-то была доступна только для благородных дам. 10 тут достаточно, чтобы заплатить на обед. Но заплатить за обед, это понятное дело. Это, короче, для расплаты. Для торгашей. Но самое удивительное, что здесь где-то что-то еще есть. Я это... Вон оно. Это уже точно последнее. Сейчас заберем. Да ты издеваешься, а? Еще что-то есть. Хорошо, я сейчас проверю. Пока я тут ничего вроде бы как бы не пропускал. Вон, видишь, там желтенький. То есть что-то не добрал где-то. А-а-а, сейф еще. Блин, у меня отмычки нету. У меня, друзья, нет отмычки, блин, для сейфа. Но ядрен матрен. Ну что, придется еще возвращаться сюда. Получается. Так, сваливаем отсюда. Это не свалим, ребята. Это у нас другой этаж. Услышал. Так, время пока позволяет нам тут. Время нам позволяет. О, крикуни это. Ну и куда она прет? Все. Швабра недобитая. Отлично. В общем, хочешь не хочешь, нам придется отсюда выезжать. Да мы, кстати, можем вернуться сюда. У нас на машине-то сейчас. Мы как пулей. Туда-сюда метнулись по Шементу. Да и все дело в том копейку, да? 40 минут туда, 20 минут обратно. Единственное, что... А что единственное-то? А, отмычку возьмем. Ну, можно, да, в принципе, с отмычкой сюда прийти. Быстро добавить. Так, пистолет я оставлю, автомат этот. Крысы свеженькие, да? На бульончик у нас есть, если что. Картошку сажаю. Да ванна, это фиг с ним. Аккумуляторный блок. Большой контейнер для воды. Вот это было бы дело, ребят. Много каких нужно ресурсов для этого, для контейнера. Так, ну что, я...
Опять я отмычку забыл, а? Всем памяти не стало. Подожди, я что, отмычку не могу сделать? Вопрос. Чего не хватает? Не хватает вот этого вот коробок. А я их разбирал на пластик в свое время, да? Ну, 40 минут, нормально, ребят. Слушай, мы когда на машине едем, походу... мы когда на машине едем, нам пофиг на зомби, что ли? Так, сейф где-то вот он. Последнюю отмычку потратим. Мы когда на машине едем, нам, ребята, по барабану на зомби. Вот что я хочу сказать. Так что мы можем, наверное, ездить. О, да. Это разбираем. А вот и у нас и пластик. Ну, побежал я, короче, на второй этаж. Блин, на какой рюкзак-то? Куда ты рюкзак-то открываешь? А там, по-моему, тоже нужен этот сейф, да? Отмычки у меня нету больше. Ладно, фиг с ним. Давай смотреть. Ага, идет стерва. По хребте не получила, отлетела, только шорох. Угу. Опять кассета. Сторона А. Люк. Мадам, начальник молодежи в зоне 6. Вы знаете, почему вас позвали? Макадам. Ха-ха, офицер. Это потому, что наши соседи слишком беспокойны, Люк. Вы очень хороши в некоторых кругах, но это не радует. Давайте ускорим процесс. Расскажите мне о вашем Neo World. Макадан, это новое слово, использующее молодежью. Люк, новое слово? Прекрасно, вы можете идти, веселитесь. Сторона Б. Люк, это наша вторая встреча, не так ли? Это не очень хороший знак, если вы часто меня видите. Макадан, смешно. Люк, ваш Neo World, кажется, проходит хорошо. Макадан задумался. Люк, мне было так скучно, что я сломал Neo World. Вы говорили о великих делах, Макадам. Как это возможно? Люк, ваша очередь признаться. Макадам, признаться в чем? Ты все еще ничего не знаешь. Даже если ты сломал Neo World, постой, ты ничего не ломал. Люк, умный. Какой-то бред. Жиробас. Был. Они, наверное, сейчас все услышали, да? Сейчас все сюда побегут. Это бегунья же была. Услышат. Он уже, наверное, услышал. Бамбарбия. Киргуду. Шутка. Вон, смотри, там вода идет, блин. Мы с тобой собираем эти, да, там по крохе водичка. Тут вон вода ручьем течет. Собирай, не хочу. Не, НЖ, блин. Ну, жирный. Поезд пассажирный идет. Ходит там. Услышали оба. Оба услышали, оба идут сюда. А этого задело все-таки волной-то. Взрывной.
Так, ну давай посмотрим, что у нас тут. Опять кассета, рюкзак полон. Да ядрен матрен, рюкзак полон. Опять придется возвращаться, да? Ну да. Нет, ну ты можешь как-то по-другому-то бежать. Нафиг ты вот сюда-то бежишь напрямки. Да куда ты бежишь-то? Ты серьезно? У меня закончились патроны. Как так быстро-то закончились-то? Вы чего, блин? Вообще моментально. Пару выстрелов и все. Там крыса, конечно, лежала. Ладно, фиг с ним. Нам придется еще сюда возвращаться опять же, ребят. Потому что тут лута дофига будет. Так, судя по карте, нам надо наверх идти. Нет, ребята, нифига подобного. Когда мы едем, не все так хорошо. Зомби есть. Ванная. Так. Тут, наверное, сделать циркулирующий фильтр или что? Простой навес. Уменьшит частоту ремонта. Плюс бак. Ну и плюс аккумулятор. Ну плюс патроны. Подожди, нет, все нормально. Так, подожди. Крыса потихонечку портится. Потихонечку, да? Картошка пока нормальная, целенькая. Вообще офигенно. Блин, правда, на три разика ее хватит. Тушеная крыса. Хот-дог. Ложится, пускай спит тогда до утра. Зомби. А вон там, ребята, показываются... Насколько у нас мощный забор. Я скажу тебе, что забор-то не очень мощный. Да. Половину забора снесли, прикинь. Половину забора снесли. Так, что у меня там с собой? Ни отмычек, ничего нету, да? Так, суп-то выложим. Что ты с собой берешь-то этот суп?
Никто не знает эффект от употребления, да? Ну что, пойдем, наверное. А это что такое? Длинный бинт. А я же, по-моему, еще тут не все изучил, да? Дождевой большой контейнер. Обычная коробка передач. Угу. Так, а это что, патронов сколько здесь? Много патронов для пистолета. Блин, это все изучать-то, конечно, хорошо, но я побежал, ребят, все-таки туда. Опять же, долутаем этот молодежный дом отдыха. Добьем, так сказать, его полностью. А вот где брат, блин, вот это меня вот уже больше интересует. Где находится брат этого мужика, который хочет снять ограждение с ворот, с электрических? Найдешь, говорит, брата моего. Где я его найду, фиг его знает. Так, ну что, здесь все собираем, что найдем. Весь лут будет наш. Чего ты там хромой, хромуля, орешь? Увидел на колени. Все залутаю. Ох ты. Консервированная вонючая рыба. Однако имеет ли это значение, когда вы будете на грани жизни и смерти? Сюрстрёминг, да? Да это можно про все сказать. Тут тоже можно и про хлеб сказать. Плесневелый хлеб. С голодухи будешь жрать за милую душу, да? Я знаю, что ты будешь корчиться от боли, но, наверное, нет ничего страшнее голода. Даже я бы сказал не так, наверное, нет ничего страшнее, чтобы ты мог сделать, чтобы его утолить. Так, здесь тоже заберем. Ага, третья кассета. Люк, мистер Смит, учитывая ваш возраст, вы не должны быть контрабандистом. Смит, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня. Люк, не волнуйтесь, не бойтесь, будьте серьезны. Я просто хочу знать, почему. И я попробую придумать лучшее решение для нас обоих. Смит, все мои дети мертвы, только 6-летний внук со мной. Сотрудники в контрольном центре отворачивались от нас, потому что он был слишком молод. И из-за GG1118... Что я могу сделать? Мой внук нуждается в бессмертии. Я слишком стар, чтобы заработать больше на препарат. Люк, я вижу, вы можете идти. Смит, вы не хотите наказать меня? Люк, нет, не хочу. Вы хороший человек, я понимаю вас. Сходите к доктору. Смит, обязательно, спасибо вам. Только одна сторона. Бессмертие он захотел. Ну, там, наверное, не бессмертие, там, наверное, имеется в виду вылечить от болезни. Бессмертие, какое нафиг бессмертие? Ага. О, сейф там, блин, ну. У меня нет ключа для сейфа, к сожалению. Отмычки нету. Ну, что ты там бурлякаешь? Бурбуль. Два сейфа даже здесь. Ну, ё-моё. Тут, оказывается, тут даже два сейфа.
И сейфы это последнее, ребята, что здесь остается по ходу дела. Сейчас мы с тобой вот этот шкаф, который только что видел, откроем. Заберем там весь лут. Погоди-ка, как? А, наверное, отсюда через верх. Идем через верх. А дальше что? Ага. Ну и все, и получается только лишь два сейфа здесь. Я не знаю, может быть, к профессору к этому съездить. А куда еще-то? Ну, можем вот этот дом проверить. Тут не полностью мы забрали все. Да, да, ребят, гнилая картошка, оказывается, тоже нужна, в дело нам идет. Для чего? Для того, чтобы сажать новый урожай. Так, и здесь еще что-то есть. Все, в этом доме больше ничего нету. В этом доме больше ничего нету. Ну что, возвращаемся в укрытие к себе. Вход. Блин, я забор не могу починить. Если я не смогу починить забор, это будет все, это будет хана. У меня сколько там усталости? Усталости, в принципе, не так много. Вот еда, да. Там у нас тарелка суп еще, да, должна быть. Если я не ошибаюсь, мы же ее не ели. Или ели? Нет, вот она. Съедим пока по сэндвичу, да? Вот так вот. Значит, спать он хочет. Это раз. Да зачем ты эту машинку отдал, а? Консервированная вонючая рыба. А, отмычки. А, он сразу три штуки их делает. Так, ладно, тогда одну заберем мы. Че, спать? Таблетка дизентерии, блин. Дай-ка посмотрю. Ребята, забор. Знаете что, давайте-ка мы, наверное, с вами на этой ноте сегодня закончим серию.
специально сделал так, чтобы сохраниться. И обязательно увидимся уже в следующей и продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.